Как ты, Лишки, там? Что? Как ты, Лада? Как дела? Отлично, у вас как? Не жалуюсь тоже. Все хорошо. Ты американец? Не. А кто? Канадец. Долго задумался. Да, думаю, что вот как это на русском языке. Как на русском языке Канада. Ну да. Не, канадец. Канада, я знаю Канада. как. Понятно. А как у вас там дела? Нормально дела. Отлично. Но лучше, чем А у вас, наверное. Как? откуда выучил русский язык? Я командировка был в России. В командировке был в России. Да. Слушай, а можно тебя спросить? Как тебя зовут? Майкл. Майкл. Меня Райк зовут. Как? А-Ра-Ик. Арайк. Да. Окей. Очень приятно. Чем занимается Арайк? Я из Карабаха. Слышал об этом? Да. А, ты азербайджанец? Нет, я армянин, армян. Ты который армянин, который живет в Азербайджане? Я армянин, который живет в Карабахе, а Карабах это не Азербайджан, это Армения. Не, ты же врешь мне. Я знаю, что армянское правительство не признал Карабах своим. Правильно. Вот. Значит, Карабах Правильно. не армянский. Нет, знаешь как? Давай я рассужу чуть-чуть по-другому. Армения не признала Карабах как, ну как сказать, как республика. Он не примет Но, Карабах. но. Чтобы Карабах был независимым республиком, не был ни в составе ни одного города и населения. Он был сам для себя. Понимаешь? Не был, Но... не был. Карабахе были оккупационные армянские войска. Вот своим армяне боялись признать Карабах. И вы же оккупировали от азербайджанцев Карабах, убивали и выгнали азербайджанцев оттуда. А сейчас вот... Майкл, сколько тебе лет? Мне много. Наверное, два раза больше, чем тебе. Ну ты стесняешься сказать, сколько тебе лет? А Мне что 25 лет. а что это даст тебе, вот мой возраст, какой разницы? Я как с тобой мужик с мужиком общаюсь и спрашиваю тебя возраст. Неужели, блин, тебе стыдно общаться Мне с не возрастом? стыдно, это мои личные данные. Ну и в чем проблема? Я Это же не не твоя спрашиваю, личность. сколько у Я тебя не денег в спрашиваю, карманах. сколько лет. Я не спрашиваю, кто у тебя жена, какая нация у жены. Ну, вот Жена — это твоя личность. Да, и А возраст, я с возраст тобой как это тоже мужик мой с личный. мужиком общаюсь. Слушай, я с тобой как с Ну и мужиком что? общаюсь. Ну и что? Как, ну и что? Это для тебя не имеет значения, что ли? Я же вижу, что перед меня мужик есть. Я не спрашиваю, меня не интересует твой возраст. Если, да, Слушай, ты если взрослый ты, если парень, ты, Майкл, но если ты... рассуждаешь как ребенок, серьезно. Не, ну, ребенок это ты, Стыдно может тебе быть. просто. Мне Смотри, стыдно. на дворе уже 22 век. Но. Ну, слава богу, интернет это везде есть, правильно? У вас тоже интернет есть. Ну, наверное, даже самое лучшее, чем в Армении. Ну, наверняка, может быть, все возможно. Да. Да, и вы цивилизованные люди, чем армия, правильно? Ну, а тебе что даст мой возраст? Ну, слушай, блин, слушай, я не договорил. Понимаешь, Майкл, давай слушай друг друга, не надо перебивать. 22 век уже на дворе, блин.
Погугли ты, если ты не любишь читать книжки, не любишь, я не знаю, историю, ты никогда не слышала об истории, погугли, и там ты увидишь, чей принадлежал Карабах и кто кого оккупировал. Понимаешь, где-то Армяне. 40-45 лет назад. Ты просто открой историю и Вот прочитай ее внимательно. армяне оккупировали Карабах, это я Ну, знаю. Я это... тихо, тихо, Ты тихо, тихо, это не откуда перебивай, знаешь? не перебивай. И Ты это откуда не знаешь? перебивай, не перебивай, Ты же слышал не это, ты не перебивай, читал не этого, тебе это перебивай, сказали не просто. перебивай. Я говорю уже. И вот у вас и своих там памятники есть, что вот 150 лет с тех времен, когда вот сюда пришли армяне. Значит, это не ваши территории. То есть, это не ваши территории, если вас привезли туда откуда-то, не с Ты Турции или знаешь откуда-то. историю полностью наоборот. Это памятники были не армянские памятники до сих пор. Армения была Урарту. Ты слышал об этом? Ты знаешь вообще историю? Урарту это была империя, а не нация. Империя. Империя. Да, империя. Ну ты почему ты смеешься? Ты Но смеешься над ладно, своей ладно, ладно, тупостью, что ладно, ли? ладно. Это, но допустим, что это была империя, но это значит не был армянским империей. Это значит, в этой империи были много других национальностей, наверняка, да? Слушай, сколько лет Азербайджану? А сколько лет вашему Армению? Как сколько лет Ну, вашему Армению? 30, наверное, есть. Ты что, серьезно? Да, серьезно. Вы же Ты вот не... где-то 30 лет назад вышли из Советского Союза. Значит, вашему Армению только 30 лет. Какая нация самая первая приняла христианство в этом мире? Евреи. Не евреи, а армяне, блин. То есть Иисус армян, Адам и Ева армянине, да? Нет, они евреи, блин, по-твоему, да? Но если они евреи, значит, самые первые Ты что, серьезно думаешь, что христиане Иисус были Христос евреи. был евреем? Ты Кто? думаешь, что Иисус Христос был евреем? Я говорю, Да? Иисус. Иисус, да, Да. Иисус Христос был Иисус, да. евреем, Еврей, по-твоему? еврей, да. Ты что, серьезно, блин? Ты А вообще кто? книги не Армян, что читаешь? ли? Армян, что ли? Нет, не армян. Ну, Кто сказал, что а армянин? кто был? Христианство, А кто слушай, он был? Я христианство — это спрашиваю. религия, Нет, религия, подожди. а Да, религию приняли религия, армяне. да. Но он был самым первым христианином. Он же не был армянином. Кто? Ну, Иисус. Кто? Иисус. Иисус Христос был Сыном Божьим, Ну понимаешь? да, ну а кто он был по национальности? Армян, что ли? А где родился Иисус Христос? Ну уж точно не в Армении. Правильно, уж точно не в Армении. Да. А где? Ну там же, где? Вот в Израиле. В Иерусалиме. Да, ну. Иерусалим Иерусалим. тоже армянский, что ли? Нет, не Ну, вот армянский. именно. Значит, самые первые христиане были там. Слушай, Вы не не то, что можете самые первые христиане были там. Я тебя о другом спрашиваю. Кто принял христианство как религия? понимаешь, Кто принял? Райк или как-то И в каком году? Райк или как твое имя было. Ты не Блин, можешь мне долбоеб. доказать, что вы самые. Вот армяне, да, почему-то нравится им врать и лгать себе еще насчет христианства. И да, я вообще не понимаю, почему здесь вот надо гордиться в чем-то, что-то там был первым, вторым, третьим или чем-то вот. Вот я не заметил вот мусульман или там буддистов или других вер, там лютерианцев
или католиков, что вот никто не говорит, что вот мы первые были, мы первые были. Ну и что? Ну, ладно, вот даже вот если вот погуглить и истории христианства посмотреть, вот история христианской церкви, здесь ясно сказано тоже, что вот период первый 4 века, если мы начнем здесь посмотреть, как раз здесь нигде не написано насчет Армении. Вот не вижу здесь, вот так. Хотя, да, вот откуда вот появился вообще вот наши года, то есть как раз вот от Бога, то есть читаем, то есть было вот перед Христоса времена, и вот мы сейчас читаем вот именно вот от Бога. Сейчас вот от Христа 2021 год, лет. И вот здесь вот насчет 100 лет, 100 года. Так. И где здесь насчет Армении вспоминают? Нигде я не вижу. Вот так, здесь пишут насчет... Так. Где Армения? Здесь вот насчет Рим. Прибывший в Рим. Рим это что, Армения, что ли? Рим это же не Армения. Значит, итальянцы и греки, они все-таки вот первые христиане вместе с евреями. И так, и вот здесь Армения. И что я вижу? В начале 4 века только. То есть о чем вы, армяне, говорите, если у вас только вот 4 века? А вот здесь написано, так, где это? Вот здесь. История христианской церкви. Донический период первого начала 4 века. Так. А 3 века? А 3 века кто тогда еще там христиане были? Не вы, армяне. Так что я не знаю, почему вы так думаете. 301 год. Здесь вот насчет вас говорят. И вот, между прочим, грузины здесь пишут, что в 324 году это тоже очень, да, давно, но грузины что-то не пьют себе вот в грудь, что вот мы из первых там. Ну и что? Ну и что? И армяне. Так что вы не первые. Ладно, все, точка. Хватит от этой темы. Надоели действительно уже, блин, своим христианством. Счет наш? Мы что, должны тогда себя чувствовать хуже, что ли? Не. У нас были, да, у людей было, да, много разных богов. То есть у нас было, да, язычество. Ну и что? Вот мы не бьем себя в грудь, что мы в мире первые вот люди, которые вот язычники были. Вот нашли армяне себе какую-то ерунду, блин. Ну ладно, все, хватит.